пока не сильно жарко на улице. Заканчиваем сезон зимних супов. Сегодня у меня рассольник. Нового ничего не изобретаю. Показываю, чем я кормлю семью на данный момент. Как мы живем. Засыпаю в холодную воду промытую перловку. Сейчас она у меня закипит. И здесь уже у меня проварился кусочек грудинки говяжьей, такой жирненький. Самое то на рассольник. И они будут одновременно вариться. Отдельно я перловку не варю. Я иногда в рассольник даже картошку не добавляю. Меня устраивает эта густота, этот вкус. А затеялась я с этим рассольником вот из-за чего. Очень много закрыла в прошлом году огурцов. Уже надоели, поднадоели. И детям уже, наверное, поднадоели. Все свеженькое уже идет. И пекинка, и огурчики свежие, редиска. Вот я решила их спасти путем варки рассольника. И часть у меня еще остается. Я нарежу в банку. Добавлю томатную пасту, лук и растительное масло. Будет такой любимый мой с детства салатик. Да картошечки. Может, кому-то тоже такая идея понравится. Да и лук начинает расти. Из-за тепла лук пошел бурно расти, поэтому нужно от него избавляться тоже. Так, пока варится рассольник. Форе руки. Немножко надо накрутить болтов. Красиво. Все сварилось, все вместе. Уже косточки отстают. Теперь можно добавлять все остальное. И прогретые огурчики с рассолом. Немного томатика. Густючий, наваристый получается. Супер-купер. Соль потом добавить, надо проверить. Перловка самая полезная крупа. Молодильная. В ней такая аминокислота есть, которая отвечает за состояние кожи, за упругость. И морщин не будет после тарелки перлового рассольника. Вот нарезала я лук с огурчиками. Развела. Сделала сок из томатной пасты. Немножко отложила для дегустации. Теперь заправляем все это душистым маслом. И сюда тоже. Непременно душистым. Все. Вкусная приправа до картошечки готова. Если надо, чтобы немножко дольше постояло, можно добавить немного яблочного уксуса в виде консерванта. Это все. Мои дети просто обожают огурцы с вот такой заправкой. А если соком томатным, настоящим, домашним, это все выпивается, вымакивается хлебом горячим, свежим, хрустящим. Супер-пупер!
прибежала собака. Вот она. Вот. Еще не присосался. Набегался. Да, Рон, сейчас уберем эту гадость. Кошмар. Сейчас бы этот клещ слез с Рональда или залез к нему туда, или на кота прицепился бы. Все может быть. Коты тоже приносят на себе. Захекался. Водопад прям. Стоит у меня бутылка открытая с просом. Думаю, что такое весеннички с этого угла все время вылетают? А они хитрючие, они туда залазят. Прекрасно входит и выходит. Курочки любят такое просо. Ну, весеннички, конечно же. Вот, сидят, ждут. Вечерний рацион. А ты почему вылетаешь все время? Один все время вылетает. Кому нужен петушок? У меня два. Редко, но дерутся. Курочка-то одна у них. Я ее туда не перевожу. К молоткам. Она там патриархат из себя, матриархат будет опять изображать. Все же втроем здесь. Вот так. Как. Зато нестись начала. А то Саша ее хотел в прошлом году в расход пустить. Я не дала. Такое сегодня небо красивое. Может, дождик она дует. Дождик нам нужен. Смыть пыль Сахары. Где она взялась? Никогда в жизни не было сахарной пыли такой. Сахарной. Сколько лет живем. Фима. А вот и Фима идет. Ромашка в доме спит. Фима-гуляка. Скучно Фимке. Электричка по графику. Горлица пролетела. Не могу я привыкнуть еще к этому времени летнему. Для нас еще рано. А по времени уже много. И утром не поймешь, во сколько вставать. Когда на работу не ехать. Встаем, как и вставали. Ветер будет всю ночь снова. Пусть лучше ветер. Всего хорошего всем вечера. Уютного, теплого ужина. И тихой, спокойной ночи. Какая это красота. Какой запах. Всех ублажили, всех накормили, спать положили. Теперь можно себя немножко побаловать. Не обедали. Вот так. А красота и вкуснота. Это моя любимая ложка. Не знаю, почему я ее так люблю. Мама говорит,
Вот смотрите, тут ложка такая вот остренькая, да? Вот ложка такая за кругленьем. Где моя тупенькая ложечка? Не знаю, как сейчас мама кушает, какой ложкой. Но я обожаю эту тупенькую ложечку. Мне с ней вкуснее. Все. Кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Любите себя, балуйте себя вкусненьким. Пусть все будет у всех хорошо.